несколько гектаров и десятки взрывоопасных предметов. Таковы первые итоги работы сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые на этой неделе приступили к разминированию ряда территорий в Оржевском районе. В работах принимают участие пиротехники из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Они представляют Ногинский, Уральский и Волжский спасательные центры МЧС. Кроме того, применяется робототехнический комплекс МВ-4. Обнаруженные взрывоопасные предметы передаются специалистам-взрывотехникам аварийно-спасательной службы Тверской области. Обследование мест боев Великой Отечественной войны будет проходить до 28 августа. С 19 июля на территории Ржевского района Тверской области проводятся работы по очистке территории от взрывоопасных предметов. За это время очищена территория более 3 гектар, обнаружено свыше 20 взрывоопасных предметов. Ежедневно пиротехниками очищается территория от 1 до 1,5 гектар. При обнаружении взрывоопасного предмета местным жителям необходимо сообщить по телефону 112 об обнаружении взрывоопасного предмета, не трогать его, удалиться на безопасное расстояние.